Тверская улица, дом 28. А где этот памятник Пушкина? Где Макдональдс? Ничего не понимаю. Гражданин, на проезжей части торчите. Старший сержант Коробов, мешаете, так сказать, движению грузопотока в центре столицы. Простите, я не понял. Какой центр, какой столицы? А вы глаза-то разуйте. Вон там, за веткой, чуть повыше дупла. Видите? Да как же это? Как-как? Цены подскочили, народ перестал в магазины ходить, начали огородики распахивать, на проспектах, площадях, фабрики, заводы закрыли, птицы вернулись, трава поперла, лошади стали размножаться, самолеты поржавели. А ты на чем в Москву приехал? На паровозе. Надо же, железная дорога-то еще держится. Не весь уголек еще прокидали. Не-не-не, здесь-то с чего все началось? А как бензин подорожал, так все и началось. И что теперь? Ну, что теперь? Теперь штраф платить будем за отсутствие регистрации. А сколько? Ну, поскольку деньги сейчас нафиг никому не нужны. А деньги-то есть? Ну, и есть немного. Ну, их меняй. В обменном пункте. Где? Где-где? В ближайшем гнезде. Сам чего? В столицу подался? Да я это, в налоговую. Замучили ведь совсем. Я, главное, на машине уже 10 лет не езжу, да? Бензин-то не то, что кусается, загрыз вовсе. А они все счета шлют и шлют, шлют и шлют. Тебе, значит, надо через Кузнецкий мост. На улицу Полянка и через болото, где раньше автозаправочная станция была. И давай быстрее. А и то. А кто это? Да, дальнобойщики. На Новосибирск потопали. Веселее, ребята, через час центр перекроют. Министр топливной энергетики на встречу с инвесторами потопает. Мужики! Мужики! Я с вами!